И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Forza Survival Evolved, а также на скорче. Сегодня мы пойдем, а точнее, летим за виверными, за яйцами виверн и за молоком, соответственно. Из изменений никаких, только то, что я установил здание, которое я сейчас вам покажу. Подлутал немножко меда и превратил это все в киблы. Я думаю, мне этого хватит. А, не, не все, нифига себе, у меня еще 15 меда. Ха, класс. Уже реально много меда. Вот, а, да, установил мед на седатив. Я не знаю, что я до этого раньше не додумался. Но мод на седатив и мед... Мед, блин, все. И мод на спойлинг бин. То есть сюда ложишь мясо, оно сразу же портится. Все. Единственное, только оно... оно портится со временем, это порченое мясо, оно портится со временем. Ну, как бы вот, вот которые стандартные, а вот которые это. Сорян, что-то я запершил. Не знаю, что до этого не додумался, я играю на локалке, камон. Я себе не выдаю ничего вообще. Ну, кроме тех голов, которые у меня багом забралось. Еще раз боссов походить, это как бы еще тот идиотизм, если бага, ну бага, что ты поделаешь. Ну вот, поэтому как бы уж так я могу потратить ресы, как бы, и сделать все, что нужно. Седло на богомола еще одно хорошее выбил. Еще одни перчаточки выбил. Дробовик, кстати, мне вообще так и не нашелся ни один хороший. Ну, как бы, ладно, фиг с ним, я состряпал обычный. Пригодится. Что у нас сейчас? О, точно. А, ладно, потом. Погнали, покажу, что у меня здесь. Во-первых, здесь я установил телепорт на мед пещера. Сейчас вам покажу. Сейчас, наверное, будет прогрузка, как обычно. Нет, повезло. А почему он называется мед пещера? Потому что здесь, во-первых, мед, он где-то вот там вот один мед, вот там второй мед, а вот если в туда повернуть, ты пойдешь в пещеру. Где? А, вот он, медик. То есть вот, можно собрать спокойно, как бы, без проблем. Мне сейчас пока что не нужно, смысла нету. И смотрите, нарисована стена. Эти сраные телепорты можно устанавливать на стены. Так, ну, я прогружу. Прикиньте, их реально можно ставить на стену. То есть не только на пол можно установить, но можно и установить на стену. Да, у меня полностью в металле, на всякий случай. Здесь стоит генератор, был лишний этот. Я сначала там сделал выход, потом думал, а смысл? А генератор поставил по центру. Потом думал, а смысл? Поставил туда генератор, здесь двойная дверь. Ну, это чтобы, если что, летуном можно было сюда залезть и спрятать его. Куча кондиционеров. Да, вот столько кондиционеров мне пришлось поставить. Два таких, четыре таких. Чтобы здесь было комфортно. Ну, хотя, по идее, можно на один меньше сделать, даже, по идее, на два. Но они стояли немножко по-другому, поэтому изначально, короче, забейте. Сверху у меня, вот, поднимаемся по металлической лестнице. Здесь у меня стоят вот такие вот турельки. Турельки это для транкфилдротиков, что-то не выключены. Вот, они пока что пустые, потому что патрончики не заправлял, так как патрончики имеют срок годности. И вот, собственно... Вот здесь я и нахожусь. Ну, грубо говоря, плюс-минус такая не сильно середина, это практически конец. Вот там вот и туда дальше идти можно. То есть, ну, такая плюс-минус, да, сравнительно середина. И, собственно, сейчас буду выманивать. Кстати, здесь недалеко, по идее, должны быть эти. Я здесь пролетал. Ну, яйца с гнезда с яйцами. Я пролетал, и, да, яйца видны издалека. Погнали на базу. Сейчас покажу, что... Кстати, да, я не знаю, зачем я им делал большую эту, если они всегда идут в этот угол, они реально всегда запираются в этот угол, ибо вот так вот тусуются в одном углу. Я уже даже самца, кстати, заблуждение убрал, я не знаю, зачем, это у меня как бы был вопрос и у Дудоши, как бы, но зачем им... режим спаривания, если в режим блуждания работает точно так же. Да, режим спаривания, типа, чтобы они стояли и спаривались, но давайте вообще лучше уберем этот режим спаривания. Ну, в общем, я его убрал без блуждания, чтобы они мне не несли яйца слишком оплодотворенных, которые фиг соберешь. Они там еще начинали инкубировать, это ужас. В общем, я перестарался с 10 курицами, но надо было в самом начале такое делать, они были бы вообще очень важны, нужны. Так, погнали. Давай возьмем
Ты серьезно, да? Это буря. Это буря штормовая, которая молния, вот все говно. Ужас. Ужас. Давай возьмем пока так 5 штучек, чтобы проверить, портятся они в этом или нет. А, не, это песчанка. Сгонял за этими. Вот за этими. Кстати, что у меня тут? А, все нормально. Просто случайно кнопку нажал. Вниз его столько тратится, медленнее летает. Ну да, фиг с ним. Это песчанка, слава богу. И, она только медленнее летать заставляет. Но это фигня как бы. Так, летим туда. Сейчас сразу же проверим патроны. Что у них с порчением? 4 часа. О, огонь! Огонь, огонь, огонь. День это здорово. День это кайф. Ладно, пока заберу. Вот что ты взлетел? Супостатина. Сейчас давай сразу же проверим, могу ли... Блин, надо было, наверное, все-таки сюда стеночку поставить, чтобы я, если что, в нее упирался и, типа, летал. Ну да бог с ним. Газуем и полетели. Да, у меня маскировочный... О, червячок видно было. У меня маскировочный костюм лежит с собой, так как я мед летал. Я не хотел от них огребаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотел вам показать это. Яйца. Что они видны. Ну что-то здесь это... Это дофига. Сейчас долечу куда-нибудь и покажу. Что-то не получилось в бурю найти что-либо прям конкретно. Во-первых, стыкотно было чуть пониже спускаться, потому что медленно летишь. А во-вторых, песок прям тяжело видно. Но зато я попробовал сюда залететь. И да, у меня не получилось, поэтому я уже переделал сюда дверь. И... Ну да. Так, как я и сказал, упираясь в стену, больше шансов попасть, скажем так, домой. Вот, немножечко передел. Кстати, турели, они настраиваются. Не знаю, как обычные турели, но вот эти турели... Тише, посатише. Давай, вперед. Они настраиваются. Причем... Вот. Настраиваются, в кого они будут стрелять. И почему-то... Они здесь вот это не настроено. Так, ну-ка интересно. А вот это настроено. Угу, окей. Суть в чем, по идее я здесь настроил, что по кому они должны стрелять. То есть это все виверны. Но вопрос в другом. Я делал... А, может тогда был то, что пин-код? Не? Ну и пошел тоже. У меня тут капс. Не нашел, короче, кнопки подходящие. Пришлось на капслог сделать торможение летуна. Поэтому у меня капс теперь нажимается постоянно. Вообще, где я пролетал, там были гнезда. И сейчас я их там не вижу. То есть, ну, реально. Где-то... А, вот здесь сюда. А, вот гнездо, кстати, вижу. А вот теперь, кстати, гнездо вижу. Точно мне песок мешал. Я не видел. Я даже гнезда этого не видел. О! Тогда она ярче выделялась. Так, вот ядовитая. А там нет ничего. Ну, ладно. Ну, блин. А, ну это, возможно, мне Lightning лучше виделось. Сейчас пролетим. Так вот. И посмотрим. Вообще, они прям издалека виднеются. Но, понятное дело, без такого ускорения вообще лучше аккуратнее летать. Потому что, ну, прям они агрятся за милую душу. А оторваться от них еще хуже. Это я сейчас просто летаю, вообще смотрю, есть ли яйца. Ну, кстати, где я построился, я правильно построился, там хотя бы одно яйцо есть, уже хорошо. Ядовитое 52-е, это
Очень даже неплохо. Да, как бы Lightning лучше тем, что он бьет лучом. Огненный лучше тем, что он поджаривает. Ну, камон. Когда у тебя вообще нету ничего, ты этому будешь рад. Ну так-то. Тем более 52 левел. Опять-таки же, да, не 180, вроде 180 это максимальный. На офах или 190 даже, не помню. Вот, но... Ну, вот что поделаешь. Такс. А в смысле, я обратно же вернулся? Такой развернулся, думаю, ой, там, наверное, есть. Да, кстати, не забудь, где вообще моя находится эта постройка. Слушай, я реально не вижу яиц, очень много яиц не вижу. Они были в каждом гнезде, и они, походу, задеспавнились, то есть испортились за это время. Но... В случае, не альфа, надеюсь. Не просто просто. Но по новому не заспавнились. И то ядовитое, кстати, тоже было тогда. Какого фига оно не исчезло, тогда уж другой вопрос. Ну, тогда я говорю, реально, особенно вот грозовое вообще прям было изи находить. То есть ты вот так прилетаешь, и оно просто ты смотришь, и ты о, вот оно на яйцо. То есть оно прям светилось синим очень хорошо. Сейчас попробую найти. Очень часто вот так вот пролетаю и какую-нибудь заметку нахожу. Прям очень часто. Ой, да иди в баню, мелкие летуны. Ой. Альфа Виверна. Вот, кстати, ее если вальнуть, то... По идее, там должно быть молоко, но что-то... Слушай, это мужик. А будет ли в Альфа Виверне молоко? Точнее, в мужике. Фу, так, слушай, какая-то фигня непонятная. В любом случае, слушай, я реально, я вот сколько сейчас облетел, я их не вижу. В тех местах, где они были, сейчас там нет. Это единственное яйцо, что я нашел. Ну, возможно, заспавнится. Просто вот, когда я искал, это было давно. Возможно, заспавнится по новой, и все будет хорошо. Но бог с ним. В любом случае, мне нужно будет зачистить энную территорию. А энные территории зачищать это вот. Вот. Почему я ставлю такие турели, а не боевые? Боевые я тоже поставлю. Мне просто нужно парочку их оглушить. Я сейчас боевые сюда поставлю сразу же. Они будут с патронами, все как положено, но будет отключено. То есть я сразу же, чтобы не париться с ловушками и так далее, вы все прекрасно знаете, как эта ловушка делается. Стоит. То есть строится обычная ловушка, туда загоняется виверна, причем большая, которая с бегемотами, вот эти здоровая, туда загоняется виверна, закрывается, оглушается и типа лутаешь ее. У меня же будет просто вот эти вот турели, которые будут мочить, и все. То есть мне это, собственно, смысла нету, по идее. Я надеюсь, что они будут мочить, а не отмачивать коры тут мне, и что я еще сдохну тут несколько раз. Я не хочу сдохнуть. Поэтому как бы это. Мне одного раза хватило на Айсланде сдохнуть по глупости своей. Точнее, по багу моду, который мне не тпхнул. До сих пор обидная ужас какая. Так, короче. Иду на базу, делаю турели. Боевые. И начинаем уже томить. Кстати, что прикол? Он и... эффект не вверх, да, как вот так, а как положено, вбок, и это прикольно. Лично мне это прикольно вообще в сам факт того, что его можно на стену ставить. Непонятно, конечно, зачем, но можно, это прикольно, конечно, да. Ладно, все, боевый трейлер, бла-бла, все дела, короче, погнали. Прикол. Выключенный 4 часа, во включенный сутки 14. Прикольно. Короче, установил еще 4 такие турели. Так, сейчас наушники поправлю, секунду. 4 турели, 4 боевые турели. У них установил... Да, возможно... Кстати, я так и не понял, в чем прикол. Но смотри. Устанавливаешь включено вот этим. Исключено. То есть, возможно, он сохраняет список, да? То есть, и туда, и туда. Но ты выбираешь только... Либо только. Но я точно могу сказать... Так, с...
здесь у нас, да, все правильно, здесь у нас виверночки. Я точно могу сказать, что здесь у меня вот эта настройка не сработала, да что такое, на таракана. Он летел сюда, она не сработала, и все хорошо. Так, с пули по 500 в каждой, вот, на штурмовую эту. Сейчас мы их все отключаем. Здесь, кстати, я не понимаю, в чем прикол разрабов вот в этом плане, но почему нельзя было сделать разные пульты? Меня это всегда поражало, я из-за чего этим говном не пользовался, пинкодами. Меня всегда это поражало. То есть, допустим, вот, задаем один, здесь задаем другой. Что активируемся. То есть я вот их отключил, да? Здесь было два, здесь было один. Я нажимал. Вводим, допустим, отключение. Дальше что такое? Вот, вводим отключение, поставь код, двойки. Здесь вот прожимаю один. Да? То есть она сохраняет, то есть на всех пультах она сохраняет одинаково. Я не понимаю, почему нельзя было сделать, чтобы каждый пульт под свой пин-код был. То есть ты подходишь просто, хлобысь, все, он активировался. Почему так нельзя было? То есть ты должен... Так, с этой двойка у меня включается, отключаем мы однерки. То есть... Это как минимум глупо. Это реально как минимум глупо. Даже в том же самом Майнкрафте. Это, знаешь, как в Майнкрафте, короче, у тебя один рычаг за все отвечал бы, да? Ну, тупизм же, да? Логичный тупизм. Короче, что сейчас будем делать? Так, мне желтое это не нравится. Кстати, давай попробуем вот так вот. Потому что здесь есть альфа. А, ну все равно убьет турель, так что никакая разница. Шилка прятая. На всякий случай здесь остаются бутыли. Но бутыли для чего? Если что-то пойдет не по плану, я драпну. Но! Юзать только в самом крайнем случае. Сейчас у меня активированы турели. Я надеюсь, что все нормально и все хорошо. И они... слушай, а давай лучше сделаем... Блин, на всех? Ладно, что им придумаем? Что нам, господи, что нам кабанам? Прорвемся. Куда деваться? Так, сейчас бы найти какую-нибудь такую дрещевенькую, вообще было бы хорошо. Желательно не альфа, чтобы была огненная. Ну, слушай, вот огненная было бы неплохо. Ну, не ядовитая же, ну, ёшки мои трёшки, ну, что это вот это? Ядовитую, давай не надо ядовитую. Ядовитую не хочу. Вы козлы, убьете по седоку. Так-с, надо как-то вас сагрить, да? Вот снайперскую винтовку-то я не сделал. Вот в этом плане-то я протупил, снайперская винтовка самый лучший агр был бы. Да, я снайперскую винтовку сделал. Так, и что я в итоге думаю? Так, отлично, все нормально. Так, часы прикольно смотрятся на руке. Надо еще понять, как она... Ты что, дурная, что ли? Вот создание-то, это детишка. Надо еще это, аккуратнее быть, нифига. Слушай, нифига себе, у нее. О, господи, пиздюк! Испугал меня. Надо еще понять, у нее есть баллистика. Или она. Чисто бьет. А куда ты тварь-то, блин? Вот скотина. У арбалета, допустим, я знаю, как она бьет. Допустим, у тебя есть баллистика. То есть радиус, который ты летишь потом энное количество вниз. Давай. Но вот по прямой он точно не бьет. Попрактикуемся. Патроны дофига. Такс. Отлично, я попал. Черт, она начала двигаться. Я практически понял, и надо вот что-то типа вот такой высоты брать, но при этом нужно еще учитывать, что она... О, видали, как долго пуля летит? Да уж, то есть еще нужно не только баллистику учитывать, но, то есть, она не ровно по цели бьет, но еще и траекторию. К примеру, вот так. Собака. Ужасно. Ужасно.
А, здесь ближе, по идее. То есть прям... Прям вообще в этом плане... В летающую виверну попасть, это надо, короче, это прям... Прям умудриться. Ну, ладно, патронов все равно дофига. Почему бы и не попрактиковаться? Оп, попал. Смотри. Попал. Вот так нормас. Только вопрос в пуле. Как долго она летит? Да уж, короче, не сильно, я чувствую, мне попрет. Ага, вон. Ну, здесь-то прямо он сразу попадает. О, класс. Сломал. Здесь он прям сразу прет, все нормас. Ну, старый добрый дробаш. Лучше будет. Вот так ты точно попадаешь. О, вообще, не целиться не нужно, ничего, ты просто вот. Он говорит, на тебе. Слушай, может реально с дробаша попробовать, а? А чё я туплю? Сейчас только этот пример слутает. Эти виверны, я официально заявляю, ищу те козлы. А, как мне они нафиг не нужны, так их здесь тьма. Вот здесь их очень много было. Как они мне нужны, так их фиг найдешь. Но я точно могу сказать, дробаш это лучше, чем снайперская винтовка. Даже без заморочек попал. Ты чё там, застрела что ли? Ну чё, серьезно? Я и так весь на нервах, ты чё дурная что ли, а? Алло, и так 92-го левела. Как я в тебя тогда попал? Вот сраный рандом. Такс, здесь у меня тоже патронов много. А если выше взять? А если по тебе? Ну по тебе попал. А она чё? Алло, иди сюда! Ёп! Вот что ты на это скажешь? Да, да, овца. Кика, ты, ёп, твою же за ногу! Ты чтоб тебе... Да собака! Да пошла ты. О, давай с этой попробуем. Это поближе. Ай-яй-яй-яй-яй! О, бежим, бежим! Лети, лети, дурная птица! Ну, в смысле, это... Ой, я точно на такой скорости от виверны не сдрапну. Давай! Мочи! Мочи! Мочи на нее! А! Спать! Мужик, отлично. Так, ну у тебя торпора точно не будет. О, молока точно не будет, это я знаю. Но... И кто теперь? Кто теперь на коне? Козел. Ну, в любом случае, мне сейчас нужно... Был бы пульт, реально, если был бы какой-нибудь пульт, типа переключение, типа вот такой достаешь, да, и ты включаешь одну трейлер, включаешь другие, я бы сейчас бы просто бы на лету бы включил, выключил и так далее. Ну, это надо, типа, заранее подготавливаться, кого ты будешь мочить. Ну, слушай, можно попробовать так. Типа, сразу же я и когти подобываю, и молока подобываю, и от виверн поизбавляюсь, чтобы я смог подлутать яйца. Ну давай попробуем. Сейчас найдем еще какую-нибудь. Ну блин, на такой скорости это просто очко. Она сразу же догоняет. Далее просто никого нету. Слушай, у меня есть идея. Так, включаем турели. Жесткие сразу же турели врубаем. И кстати, по ним дамажили. Турели наносили урон. Ну, немного, слушай, или... Слушай, а почему ты там урон наносили? Не по мне же? Страшно. Просто безумно страшно. Такс. Здесь яиц нету. Такс. Ну, как сказать, и повезло, и не повезло тем, что здесь нету виверн. Ну, блин, яиц здесь тоже нету. Так, погнали сейчас с другой стороны обрулим. В
вся загвоздка в том, что я сюда буду лететь настолько долго, что я буду огребаться. Да, у шелкопряда хороший... А, ну, кстати, возможно, шелкопряд дал мне. У шелкопряда хорошее седло, по нему мало урона проходит. И самое главное, чтобы не ядовитая верна, вот она урон вносит, так вносит. Ху! У! Гнездышки! О, точно, то самое это. 52-е яйцо. Так-так-так-так-так. Там уже виверна, это сейчас вижу. Так, здесь есть что? А если найду? Нет ничего, да? Естественно, нету. Так, там у нас огненная, да? Огненная виверна. Страшно-то как, господи, прости. Да садись ты на седло, мать твою, за ногу. Эх, газуем отсюда. В задницу пошла. В задницу пошла. О, мне повезло, она в ту сторону полетела. Ах, полетели отсюда. Вот прям повезло. Не, в целом, я бы так и так бы зачистил. Я бы так и так бы зачистил, и как бы это было бы без проблем. Просто бы патроны потратил. Тут я патроны пока что не потратил. Все хорошо. Кстати, огненная там была самка или самец, не помните? Я тоже не помню. Это проблема. Вы это можете перемотать, а это нет. Просто я тогда могу, если что, ее оглушить, сразу же на молоко пустить. И в целом, если я сейчас выведу виверну, то мне уже легче будет набивать когти. Ну, то есть мне летать она будет быстрее и агрить будет легче. Нежели на... Во! Пиздик тут лежит. Но на него турели сагрилась. О, кстати, эти турели сагрились, они сработали, точно. Я только сейчас до меня допидрило, что сработало. Ух, пусть верно, 52 лева. Неплохо, 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 неплохо. Страшно так как было. Ой, да ужаса просто. Так, в Динос я не смогу переложить, а вот в ящик смогу. И по идее, сложив ящик, я его сохраняю уже. Я не помню, там какая-то фигня была с яйцами виверны, что типа они исчезают, бла-бла-бла, вот это вот все непонятная фигня. Но... Посмотрим, кстати, это пахнется, не тпхнется. А, нет, тпхнется. А, да, тпхнул. Все-таки зацепляет там за крыло. Но. Будем считать, что я там его и положил. Ну, в целом, прикольно. Но сейчас нужно дальше идти. Только надо этот винтовку починить. Такс. Ну что, попробуем все-таки. Кого-нибудь оглушить. Волоко-то надо собрать. В целом, система рабочая. Да. Tranquil турели только с Ads Plus работают. И я не спорю. Но! Камон! На модовых серверах практически везде стоит S Plus. Типа без S Plus сейчас люди уже настолько привыкли к нему, что уже не готовы без него играть. Это во-первых. Во-вторых, кто еще играет в соло, как я, идиот? Ну, серьезно. Сейчас кто в соло-то играет? Практически никто. Все пытаются как-то альянс на серверах находят, друзей и так далее. Это я все по старинке, мне в одиночку как-то попривычнее, поэтому я все еще так же продолжаю играть в соло. И да, поэтому причина то, что я играю на локалке, потому что, ну, собственно, раз я играю в соло, то какая разница? На локалке или на сервере? А на локалке удобно. Встал на паузу, пошел, поел, поспал. И дальше продолжил. Вот. Поэтому как бы оглушить в команде вот так же очень легко. То есть как бы ставить человека с хорошей винтовкой. Вот здесь, смотрите, сколько их сраного туча просто. Так. Так, мужик. Мадама. А где та огненная? Просто интересно, реально. А, мужик был. Так что нормас. Если бы я его завалил, мне жалко не было. Так, теперь как бы мне их согреть. Мне тут далеко. Далеко. Да, я могу там телепортироваться и так далее, но мне неохота. Ладно, попробуем согреть сначала. Ой, а там где-то 140-я виверна, мужик, есть. Ху-ху-ху. Нифига себе. Блин, вот было бы классно найти 140-ю виверну. Точнее, яйцо 140-ю виверну. Ну, как мужик, то есть, точно ничего не найду. Хочу, чтобы
у дробовика было дофига патронов сразу же в обойме, и не нужно было перезаряжаться тысячу раз. Давай, иди ко мне! Ай, нападай на меня! А, там застряла в этом и проблема, то есть ей нужно вот так вот круг сделать через низ, чтобы ко мне прилететь. Беда. А волчик, могу? Могу волчика зацепить, Волчик, ныряй. Я так уже шелкопряд, ну, это, шипастого дракона завалю. Ну давай, агресс на меня. Сейчас должен волчик тоже подохнуть, по идее, в лаве. А считается, что я убил почему-то. По крайней мере, шипастым драконом проколол. Да чтоб тебе, собака! О, яркость-то вы... Опять, у меня на B и U стоит яркость гамма, врубать, не врубать, а то есть включать, выключать. И иногда она не срабатывает, приходится перенастраивать на английскую раскладку. Я не знаю, с чем это связано, но если переключиться на русский язык, то он не переключает. Ну, такая вот беда, когда перенастроишь. В общем, заморочки забить. Давай, мать твою, за ногу, иди сюда, что, чтоб тебя... Серьезно? Нет, она тут не вылезет. Да пошел ты! Погоди-ка. Она что там, вообще что ли в скале застрявшая? То есть в скале заспавнилась? Вот это... Да ну... Ну, как это понимать, а? Он просто в скале заспавнившийся. Ну и иди ты в задницу. Кстати, давай проверим, может, что яички заспавнились где? Я тут теперь, короче, это мои владения. А это кенгуру-бессмертник. Вообще, это безумный кенгуру. Реально в скале! Ты серьезно? Ну, вот это вот... По идее, оно так не должно быть. По идее. Блин, я так ненавижу вот этих ущелий, когда ты летишь прямо, а оно так все наклонено, ты такой, блин, мозг наизнанку, я хочу повернуть камеру ровно. Либо криво, чтобы она была вровень эти стены. И ты летишь, блин. Это мне реально очень неудобно. Вы бы знали, насколько. Я... из тех, кто, кого называют перфекционистом, назовем так. Так, ладно. Давай искать виверну, которая сюда улетала. Я помню, сюда улетала виверна. Давай попробуем ее найти. Экс. Что? О, самка. Мне бы сейчас турельки подключить другие. Решил в другую сторону взлетать. Да, здесь поближе уже есть. И самка к тому же. Сейчас попробуем подключить турельки. И сагрить ее. Ну что, ща посмотрим. В целом, надо пробовать вот с этого края ее агрить. Здесь лететь ближе. Ой, страшно. У-у-у! А что так близко? А чё это так близко? Я, кстати, пытался еще поставить это этим сборщиком на сбор яиц. Но нет ни одного места, куда бы я мог поставить этого сборщика, чтобы он своим радиусом цеплял яйца. Реально, это до смешного смешно, но одно место получилось поставить, кстати, вот там, где вот эти два это. Но он не хватает, то есть вот смотрите, вот стоит вот так вот яйцо, и над головой у него вот этот радиус цеплялки. То есть он даже это яйца не цеплял, тем более уж до гнезда. Так обидно было. Я надеялся, что получится, проканает, зацепит. Нет, не повезло. Фиг с тобой. Не повезло, так не повезло. Чё поделаешь? А давай попробуем. Надо как-то выше брать, да? Выше, говоришь, брать. Да пошел ты. Пока. Вот вблизи я могу со снайпер. Я так, во, вот, ты точно попал уже. Это грозовая, да? Балансуем. Дурная! Не плюйся! Пошла ты! Точно, этот урон был по мне. Ну ладно, у меня нормас она. А стрелять будете? О, да вы стреляете!
Ой, добрый вечер. А кто это ко мне тут пришел в гости? Ой, да приветики. Оп, молочко, отлично. Кто это? Какой мне в гости пришел? Классно. Хорошо. Так, молочочем. 30 минут портится. Отлично, еще успеем пофармить. Кстати, молочочек я сюда могу скинуть? Еще больше. Во, уже неплохо. 5 молока, по идее, на одну верну мне должно хватить. Тем более с моими рейтами прокачки, как бы это да. Точнее, выращивания. Мне точно должно хватить. Ну, ого, тут, а что тут заспавнилось? Мужик 104-й. Ах ты, козел. Ты меня не обманешь. А так как мне нужен ваших какие очень много. О! Серьезно? Ты дверь открыл? Закрой. Такс. Активируем 222. А, нет, стоп. Активируем 111. Отключаем. 222. Ну, просто реально так было легче запомнить. Никогда не ставьте на серверах такие пароли. Это тупость. Это прям тупость. Это самое первое, что проверяют. Но... на локалке для удобства это самый лучший вариант. Нести, иди сюда, какашка. Вот ты смотри-ка, а так попал. Ну, может, помочить чутка, чтобы это. О, что ты. А, фу, господи, это мои хп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, мочите его! Аси! В смысле? Он 104-го левела был. Тебе сколько хп-то было? Так, ну, во-первых, да, это классно. Это какая-то фигня, ну, в целом фигня. А, у тебя всего-то столько хп было. Ёшкин матрёшкин. Это я чувствую, такими турелями я даже перебздил? Не, ну лучше перебздеть, чем недобздеть, я не спорю. Ну, блин, ну так-то... конечно, да. Классно. И я летаю, и лутаю. Ну когтей мне нужно с вас лутать? Ух, как много. О, самка, погнали. Хм, мне кажется, мои турели не настроены. Я просто богомола огрел, а его турели убили. Не, я как бы не спорю, патронов-то это дофига, но... я же их настраивал. Настройки сбились, да мать твою за ногу. Ну ты серьезно, что ли? Ну и пошел ты. Сделаем тогда вот так вот. Оп, оп. Надо теперь все включить. А, кстати, наоборот, мне надо правильно все выключить. Отлично. Ой, шелкопряд, ну что ты так далеко? Ну, застряла. Огненная. В целом могу и так согреть. Самое главное это уворачиваться так. О, дурная! Уворачиваться так не, я на меня кусает. Ой, бляха-муха. Серьезно? Не, ну реально, от огня увернуться уже легче, от огненной вообще прям изично отвернуться. Опачки, еп, тут у нас фит, отлично, красава. Так, ставь еще молока. Ну и... ой, это будет долго. Отличненько. А, вот мне еще интересно, альфа-виверну, когда я буду мочить. Если я замочу турелями. Стоп! Если... а, это же оглушенная была, господи, я подумал, исчез. Этот исчез, думал. Сундук. Вот интересно, если я альфа верну буду вот этими убивать, опыт мне пойдет? Сомневаюсь. Надо фиг с ним. Так, ну чё, надо вырубать все и на базу. Благодаря тому, что у меня тут дофига кондиционеров, по идее, должно сработать. Инкубация. Да, инкубация срабатывает. Но мне отсюда выводить ее как-то надо. Сейчас сделаем по-другому. Инкубатор. Посмотрим на S-плюсовский инкубатор. Есть ли у него разница между обычным и S-плюсовским? Ну, ставится он на фундамент. Чётенько, ровненько. Жопой только встал. Серьезно, блин.
Вот сейчас не серьезно вот это вот. Встань лесу задом, ко мне передом. Ну, так. Вот так. Да пошел ты! Наконец-то! Так. Что у тебя из этого? Not auto-hatching, то есть понятно. Мануал. О, автоматический. Прикольно. То есть он автоматически настраивает температуру, какую нужно, это удобно. Добрать, разрушить, регулятор температуры, но это как стандартно. Посмотреть инвентарь. Not auto-hatching, то есть... это он авто... автосборщик, что ли? А, слушай, давай проверим. Оп! Нет, наверное, автовыведение. В смысле, у тебя инкубация яйца? В смысле, у тебя что, идеальная температура, что ли? Ты серьезно? Да, с моими настройками все так легко и просто, поэтому делаем вот так вот. Так, ну, во-первых, совет. Во-вторых... Так, ну, температуру он, смотрю, сам настроил, все нормально. Выводит. Буст инкубации. Что за буст инкубации? Нажмем вот это вот. Это, наверное, автовыведение все-таки, типа... да. Ну, мелкий левел, что поделаешь. А, ну и 72-й, да, левел нарождается, логично. И, кстати, что-то непонятно, вот справа внизу лапка, это же этот, привязанность. Почему здесь уже показывают 100%, то есть она рождается уже 100% привязкой? Или это вот этот инкубатор делает, блин, ничего еще. Обычный придется делать инкубатор, чтобы проверить, так это или нет. Интересненько. Ну, это удобно. Инкубатор — это классная штука. Ты просто вот у тебя их 10 слотов, выводи не хочу. Каждый настраиваешь, все делаешь, идеально. Классно, удобно. Разрабы молодцы, что вот такую фигню придумали. Да, на S Plus и так далее, это все есть. И так, это, понятное дело, на модах, а на официалке. А вот теперь и на официалке такая же есть фигня, это же классно. Разрабы реально красавчики, вот это понятно. Но баги могли бы фиксить. А, баги, ненавижу баги. Хэтчинг — это залупление. Ну, точнее, вылупление, понятное дело. Ну, я просто не думал, что настолько у меня плохо английский язык, но что поделаешь, мне это никогда нафиг не нужно было. Да, а что самое смешное, вылупление — это когда рождается, а залупаться — это, ну, вы сами поняли. Могучий русский язык, что поделаешь. Ну-ка. Оп, красава! И вот он появился на свет. Да, растут они у меня быстренько. Все в этом плане легко и просто. Не, привязанность 0, все нормально. То есть нужно как положено все это делать. Такс. Еды у тебя полно, хаваешь только вроде бы молоко. Так что в этом плане все как обычно, все по стандарту. Ничего сверх. Естественно, вот такие вот дела. Ну, а я на этом с вами буду, пожалуй, как говорится, прощаться, да. Долгая, длинная серия, много воды, много, как обычно, а у меня по-другому не бывает, но... Смотрите, красава, растет. Чуть такой зелененький, мордостенький, ух, красота. Все, на этом все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.